Как дела? Дела отлично. Как у вас? Все шикарно. Настроение все хорошо? Замечательно. Привет, Лена. Господи, как я рада видеть знакомые лица. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Привет, Лена. Да, точно. Прямо так радостно видеть Да, очень радостно. всех Очень радостно, знакомых. что мы не расстаемся. Привет, Ида. Что мы... Привет, Добрый Наташа. Так, вообще я в шоке от того, что я спрыгнула нечаянно с платной версии Зума, и я не могу восстановить ее снова, потому что не работает PayPal, заблокировать счет, потому что невозможно оплатить российской картой. Вот, поэтому... Версия Zoom у меня отныне бесплатной, она ограничивается 40 минутами. Именно поэтому все Zoom будут проходить вот в режиме 40 минут. Я думаю, что при необходимости мы будем делать Zoom из нескольких частей в дальнейшем. Но пока что, я думаю, нужно просто постараться укладываться в 40 минут, потому что, в принципе, информацию, которую мы сегодня хотим дать, ее можно вкратце выложить за 40 минут. Итак, на сегодняшний день... В моем чате для тех, кто интересуется эфирными маслами, состоит где-то около 70 человек. И это люди, которые пришли не просто так, да, так, бла-бла-бла, а которые действительно этой темой заинтересовались. И хотя сейчас у нас в живом эфире явно не 70, но я знаю, что эфир будут смотреть в записи, поэтому буду обращаться как будто в большую аудиторию, потому что запросов с вами мало. Я прям хочу их бегло озвучить. Давайте пока выключим микрофоны, да, у кого включены, чтобы не фонило. Так, кто у нас тут? Так, все, ага. Потом включим. Вот, смотрите, уже сколько тем запросов на сегодняшний эфир. Цистит, мочевая система почки, щитовидка, гипотиреоз, щитовидка, зоб, давление, экзема на руках, сухая кожа у ребенка, цыпки на руках, сибарея, псориаз, сухая кожа на лице, выпадение волос, в том числе после ковида, плохие сосуды, нарушение обмена веществ, восстановление гормонального фона, угасающая репродуктивная функция, нехватка эстрогенов при климаксе, химическо-металлический привкус во рту после ковида, тревожность, упадок сил, стресс, отсутствие позитивного настроя. Согласитесь, даже эти вот 16 пунктов, что я перечислила, это уже огромный повод, чтобы начать что-то делать, да? И я безумно рада, что в наше безумное время у нас появился шикарный инструмент для того, чтобы начать, да, работать с нашими проблемами с помощью такого прекрасного инструмента, как эфирные масла. Не устану благодарить Ирину Павленко, которая сегодня в чате, и Олесю, которая сегодня в чате, которые ввели таки меня в мир эфирных масел после полуторагодичного ожидания меня, пока я созрею. Безумно рада, что я все-таки вошла в этот мир и получаю сейчас просто, ну, какие-то чудесные, просто шикарные результаты. И я не могла не создать этот чат, потому что моя цель – познакомить как можно большее количество людей с этим прекрасным инструментом и ввести вас, ввести в мир масел. Пока еще, сейчас я передам слово для более такого подробного освещения темы здоровья и масла Ирине и Олесе. Я хочу сказать парочку слов. Во-первых, я думаю, вы понимаете, что для того, чтобы прицельно разобрать каждый запрос и каждый диагноз, конечно, нам не хватит этого времени, но это и не является нашей задачей, да, прицельный разбор. Мы дадим, как бы, беглый поверхностный обзор, да, как именно
можно подступиться к тем или иным заболеваниям с помощью масел. То есть мы окунемся в причины, да, и как масла решают причины. Но конкретно каждый диагноз и каждую ситуацию, конечно, нужно решать индивидуально и комплексно. И вы тоже это прекрасно понимаете, потому что масла – это масла, но у нас с вами есть еще и другие подходы, да, другие инструменты, которые мы с вами все изучали. Это наше питание, это наше очищение, и это все вот так работает вкупе. То есть если, извините, жрать булки с сосисками и лежать на диване и мазаться маслами, ничего не получится. Да? Мы должны работать комплексно. Как говорят Ирина с Олесей, вход в масла через клизму. Но мои-то все уже это практически прошли. Так, поэтому сегодня вот такой, да, как бы, ну, немножечко, может быть, беглый, но для тех, кто заинтересуется более глубоким проникновением, да, мы, конечно же, открыты к общению, это уже будет за рамками вебинара. И вторая вещь, очень важная новость, которую я хочу сообщить для тех, кто сегодня здесь и кто собирается и дальше идти по пути оздоровления через очищение, через коррекцию питания и через масла. У меня готовится сейчас, ну, практически готов, готовится к запуску новый курс, и вы об этом знаете, да, курс, который будет пошаговый, разбит на 30 дней, и в каждом дне будет описано, что делать, да, чтобы быть здоровым, чтобы вернуть те свои позиции, которые были, ну, утрачены, да, по мере того, как мы зашлаковывались. Этот курс стартует в апреле, и у меня сегодня важное объявление. Да, не сказала, самое важное, что этот курс будет уже интегрирован в масла или наоборот. Масла будут интегрированы в курс на обязательной основе. Те, кто были у меня на втором потоке, они поняли, что внедрение масел было в тестовом режиме, и масла себя зарекомендовали супер положительно, и вы это увидели. Поэтому теперь масла у меня являются неотъемлемым компонентом моей работы, и они будут неотъемлемым компонентом этого нового курса, обновленная, новая версия, которая будет уже работать постоянно. Новая версия курса очищения, которая называется «К здоровью через детокс», и масла в нем будут обязательным компонентом. Так вот, мое важное объявление состоит в том, что если кто-то из тех, кто присутствует на вебинаре или прослушает его в записи, захочет поучаствовать в моем курсе, то он это может сделать бесплатно при условии, что до конца марта зарегистрируется по моей ссылке, по той ссылке, которую я дам, в компании эфирных масел, в компании doTERRA. Вот. Позже вы, немножечко позже, да, вы узнаете, потому что я буду давать анонсы после нашего вебинара, вы узнаете, в чем прелесть этого предложения. А сейчас я просто не буду больше распаляться, просто пометьте себе галочкой, да, вот эту информацию. И сейчас я передам слово Олесе и Ирине, которые в маслах уже имеют опыт больше, чем я, поскольку они меня пригласили, и они, наверное, вам сейчас эту тему осветят более подробно. Как же все-таки нам жить дальше с этими маслами, чтобы становиться все более и более здоровыми? Олеся, пожалуйста. Всем доброго времени суток. Мы сейчас, я в данном случае вещаю с Байкала, с Иркутска. У нас сейчас вечер, поэтому добрый вечер. Ну что хочу сказать. Я практикую эфирные масла больше 6 лет. Всей своей семьей мы активны. И все мое окружение в течение вот этих последних 2 лет, очень ярких, когда у нас был спрос на здоровье у всех, мы своим кругом очень живо, очень красочно и четко оценили каждой клеточкой своего тела, какая же помощь все-таки ароматерапия. Действительно, это альтернативная фармакология, это действительно медицина другая. В каком смысле другая? В том, что она не имеет побочных эффектов, и она намного эффективнее, чем фармпрепараты. Вот это вот не имея побочных эффектов, это самое ключевое и основное, то есть это самое главное образ жизни, который
мы здесь практикуем, учась на курсе БАИ, это не навредить своему здоровью, жить другим образом жизни, понимаете? То есть мы учим действительно питаться правильно для нашего организма, мыслить правильно, вести эффективный, активный образ жизни и так далее. И, естественно, здесь будет замкнутым кругом то, если мы все это вроде бы соблюдаем, но когда нам нужна помощь, та или иная, в наших проблемах ежедневных, таких бытовых проблемах с нашим здоровьем, и когда мы постоянно опять возвращаемся к фарме, мы все-таки наносим опять себе токсический вред, мы опять себя токсикуем. И на самом деле, если это глубоко разбирать, то даже питание не настолько страшно, насколько страшно, когда мы лечимся. Вот мы очередное вирусное заболевание, и мы активно начали проводить себе самолечение, как говорится. Вот мы пошли в аптеку, накупили себе противовирусных, мы накупили себе антибиотиков, значит, дай бог, чтобы их там не разобрали, да, в запасы. Вот так это все происходило. И вы знаете, насколько меняется мышление у людей, когда вот они очень тяжело переболели, имеют побочные откаты по здоровью, так им назовешь, да, там, то есть вообще там, как они называются-то, вот обострение у меня там обострилось после там коронавируса, почки стали, вот у меня сердце стало там проблемное и так далее. И люди, которые, имея вот такой негативный опыт, в следующий раз применили совершенно другую аптечку, другую помощь, это вот как раз эфирные масла, дотера именно, поэтому масла там, только здесь масла рекомендованы как терапевтические, они действительно имеют все сертификаты и всю научную доказательную базу. И когда мы применяем их, то мы, естественно, можем оценить эту разницу. Вот. Как это работает? Хотелось бы в общей сложности все равно рассказать вам все-таки этот механизм. И понимание того, почему все-таки это будет ценно всегда и эффективно для нашего здоровья. И не знаю, кто нас создал. Вот мы люди, мы созданы, мы существуем на этой планете очень давно. Мы существуем как часть природы. И вот та природа и дана была человеку всегда как наша естественная защита. То есть это наша аптечка. Люди издревле помогали себе как травами, помогали себе растительными элементами. То есть, допустим, те же самые эфирные масла, их история очень древна. Больше 5000 лет назад люди эффективно пользовались уже не просто травами, а эфирными маслами. Вот настолько древняя история эфирных масел. Вот такой маленький примерчик вам приведу. Существует такое дерево туя. Оно живет больше 1000 лет. И когда оно умирает, когда оно падает, оно еще больше 100 лет нетленно лежит. Понимаете, насколько сила жизненная этого дерева. Так вот, вот эту силу дают ему как раз эфиромасленичные соединения, которых очень много, и они очень сильные у этого дерева. И они еще 100 лет выветриваются из уже мертвого дерева, у которого нет уже корней в земле. Люди давно это подметили, что именно эти соединения и стали применять их при проблемах со всеми гнилостными процессами в нашем организме. И сейчас эфирное масло туи – это очень эффективное средство, которое мы можем применить при гайморите. У меня аж прям мурашки. Вот, да? Такая мощная информация. Да, да, все нормально. Ага. Ой, нет, не нормально. Ну-ка. Нормально? Опять слабый звук стал. Слабый звук? Видимо, входящие идут и выбивают. Плохо слышно все-таки, да? Плохо слышно, да, придется выйти, зайти. Давайте выйду, зайду быстренько. Угу. Ирин, давай пока на смену. Олеся рассказала про туи, я тогда хочу тут же добавить про уникальную смесь,
которой не одна сотня лет. Эта смесь очень любима мной и всей моей семьей. Мы ее в семье называем не противовирусно, а называем ее апельсиновую. Почему апельсиновая? Это наш авангард, потому что доминирующий запах апельсина. Так вот, этой смеси история ее корнями уходит в век Испании. Это самый длинный чумы, когда просто был мор, людей косило. Все остались в живых, жители, которые покинули под Вероной маленький городок, Вероны, покинули ее, оставив все такое в домах. И через какой-то период времени с удивлением обнаружили совершеннейшее мародерство, то есть все было вынесено, все было украдено, и люди недоумевали, как такое могло случиться в ту пору, когда просто голый труп сжигали, какие-то просто, ну, основные стали искать, нашли шайку трех человек, двое из которых, как оказалось, имели непосредственно отношение к ароматерапии, что еще позднее, это был сын парфюмера и сын, ну, то есть, которые фармацевты, который методом назывался, создали некую биомассу, мацерат, это, ну, образно говоря, масло масляное. Ирина, извини, я тебя прерву. Вот, я не знаю, как у кого, у меня, например, ты практически не слышно, идет с затыками звук, да? Но я поняла, суть истории, вот это вот создание, история создания масла Онгар. Мне кажется, вы уже ее услышали на вебинаре. Я бы хотела напомнить, что у нас время осталось полчаса. Мы должны сделать обзор диагнозов, которые прозвучали. Потому что люди очень ждут, как мы можем, да, помочь. Мы понимаем, что масла, да, они очень сейчас начинают плотно входить в нашу жизнь, которая уже познала, что такое очищение, да, и выход на более высокий уровень, да, по оздоровлению. Можно конкретно вот уже по диагнозам просто пробежаться и объяснить, показать людям, да, как это работает. Можно. Я можно. Прошу прощения, что я перебила, но просто вот... Ну, хорошо, давайте я быстро. Ну, то есть я запишу, скажу, что рецепта много тысяч лет, все опробовано, все в действии. Смотрите, я посмотрела все основные вопросы. Это был и цистит, и щитовидка. Хочу пробежаться и коротко вам объяснить. Вот давайте возьмем. Цистит – мочеполовая система почки. Что, собственно, происходит? Почему возникают такие заболевания? Конечно же, это затык или затор всех выводящих систем организма. То есть вы прошли курс очищения, я его проходила, основной мусор мы вынесли в канализацию, но фильтры еще не до конца очищены наши. Одного курса очищения мало. И, конечно, здесь нужно поработать над детоксом этих самых выводящих систем. Это, собственно, что это наши почки, это наша печень. И здесь, конечно, будет играть огромную роль смеси специально созданные, такая смесь, как зондокрин, есть она у нас, это цитрусовые масла, и здесь впереди будет, конечно, эфирное масло лимона. Здесь, конечно, будут хвойные играть большую роль, здесь будет и баланс, и кедр, и можжевельник, которые прекрасно балансируют системы, прекрасно работают в нашей почке и почечники запускают мощную систему фильтрации. То есть они вместе с программой очищения после нее продолжают. Вот это, вот мы динамо-машину разогнали, мы должны продолжить ее поступательное движение. То есть идет мягкий, плавный выводящих систем. И, конечно, есть более точечные рецепты, которые в каждом случае, конечно, будут даны. То есть здесь основная проблема у нас – это метаболизм наш, его нужно улучшить. И здесь у нас подойдут, есть специальные смеси, у нас жиросжигательная смесь наша,
с Women Sessi, в которую тоже входят цитрусовые масла и горячие масла в том числе. Здесь и мята, специальные смеси для пищеварения. То есть, проходя некую, научившись жить на солнце, соблюдая несложную жизнь. Очень плохой звук, Ирин. Вот, может быть, как-то ближе к микрофону. Я с трудом вообще разбираю, как-то вот, вот так вот затыкан идет волной. Или, может, это только у меня так? Всех слышно плохо? Тоже плохо, да? Очень плохой звук, да. Звук, видимо. Да-да, плохо слышно. Давайте я выйду. Или у меня еще раз зайду. Хорошо. Лиз, тогда, если можно, продолжи вот по диагнозам, по списку. У тебя есть этот список, да? Есть... ты мне сейчас еще какой-нибудь озвучь, вот первое. Хорошо. Значит, по циститу, по почкам, ну, мы понимаем, что есть масла, которые будут продолжать поддерживать... Давайте еще раз я их перечислю. В первую очередь да. Это можжевельник, зондокрин, копайба. Угу. Копайба, если у вас цистит, девочки, это масло, которое обезболивает, мы его и вовнутрь принимаем, и мы обязательно промазываем прямо там в разведении с базовым маслом. Это одно из самых мягких масел, которые можно применять на слизистые. Мы его в разведении делаем себе промасливание прямо там, потому что нам нужно остановить там вот это жжение, все вот этот весь ад, который мы ощущаем, и копайба дает мгновенно быстро это действие. То есть вы себе за сутки уберете вот эти все симптомы. Не только симптомы, самое главное, мы решаем, то есть у нас там возбудитель, который будет уничтожен маслом копайбы, и снимется вот этот воспалительный процесс. Вот копайба обязательно, она у нас идет вот как раз тоже в марте месяце. Так, еще какой там у нас диагноз? Так, дальше у нас очень распространенная проблема со щитовидкой. Это как гипотиреоз, так и гипертиреоз. Ну, нарушение вот этой вот эндокринной функции. Что здесь? Я так понимаю, это протокольное уже лечение? Это протокольное лечение. Смотрите, в компании Дотера очень много масел, и есть такая система протоколов, называется симфония клеток. Есть у нас такая, люди, которые у нас зарегистрированы, они в чатах имеют доступ к этой информации. Эту информацию можно выписать и на бумажном носителе, и у нас в чатах прочитать. То есть это определенное количество масел, которые мы наносим вдоль позвоночного столба и на стопы. Это называется протоколы, они разное назначение у них. В данном случае это будет гормональный протокол. Эндокринные протоколы. И они применяются не просто разово, вы что-то помазали, а это целая система. То есть нужно понимать, что масла имеют накопительный эффект, и они в обязательном порядке должны тоже курсами применяться. То есть мы соблюдаем вот это вот правильное применение этих протоколов, и их применять может каждый. Они безопасны, они без побочных эффектов и дают результаты. То есть все вот эти возможные гормональные проблемы, вот у меня недавний, допустим, результат у моей девочки, да, когда ей 43 года, и у нее ранний климакс, ну, потому что тоже там куча у нее было проблем по-женски, и она очень часто там лежала, применяли ей, в общем, традиционную медицину. У нее просто... нет месячных, уже 2 года. И когда мы ей применили вот этот гормональный протокол, и она буквально там в течение недели, у нее начались, менструальный цикл начался. И дело в том, что она все это продолжает, и у нее не просто это разово, они прошли и все, у нее восстановился курс, восстановился цикл. То есть это очень важно. То есть репродуктивная система, она была в спящем состоянии, потому что на самом деле вот эти гормоны, которые нам прописывают, они усыпляют надпочечники. И то есть вот этот вот процесс... И, пожалуйста, я думаю, будет важно сказать о том, во-первых, о том, почему мы используем именно позвоночник и стопы, да, для протоколов. Это первое. И второе, где мы берем, то есть кто это разработал? То есть, разработал это Бойд Труман, это доктор, который имеет очень большой опыт работы. У него больше 30 лет именно работы в этой технике.
И раньше он работал там с другими тоже достаточно качественными маслами, но 13 лет назад появилась дотерра, и он полностью стал работать по своим вот этим протоколам именно с маслами дотерра. И он говорит, что эффективность стопроцентная, то есть это работает действительно очень эффективно, и ну, как бы у него целая система наработанная. То есть вот большой опыт, как сказать, практически у этой системы симфония клеток. А, да, и ну, как бы это подробно, можно это все прочитать на самом деле. И ну, действительно вдоль позвоночника нужно наносить, потому что там у нас находятся все кровеносные сосуды, все нервные окончания, то есть все дороги, все ответвления от позвоночника идут по всем органам. Именно там как бы наше здоровье, ствол вот весь, нервной системы и все. И, то есть это работает именно так. Эфирные масла, ведь они же имеют дорогу напрямую в клетку, напрямую в кровь. Поэтому мы применяем наружно также эффективно. Не обязательно все их пить, понимаете? Вот в чем суть. Потому что когда у человека нет, допустим, глотательного рефлекса, бывают дети, вот, которые аутоиммунные заболевания, у них даже нет глотательного рефлекса. Вот мы делаем эти протоколы, и они оживают. Все. Вот таким вот образом. Вот. И я так поняла, что независимо от того, что у человека гипотиреоз или гипертиреоз, достаточно будет работать по одному протоколу, конечно, потому что это организует работу эндокринной системы в целом. Нет вот этого разделения. Почему каждое масло, оно многозадачно? То есть если вы берете латан, то там будет 100 этих, 100 показаний к применению, понимаете, разных абсолютно. Масла действуют именно так. Поэтому, да, здесь нет гипо или гипер. Мы берем гормональный протокол, и еще там ряд клеточный протокол, очень эффективный там, допустим. Вы это все в процессе можете прочитать и узнать. И просто делать. Самое главное делать, иметь доступ к маслам. Вот перед вами книжка, что зачем нанести, вы это делаете и получаете результат. Вот. У нас очень большая больная тема, это давление, ну, чаще повышенное. И вот поступил вопрос от, по-моему, Лены или кто-то спрашивал, что не помогает ладан. Ну, я тоже столкнулась. Давайте расскажу. Давай про давление. Смотрите, здесь тоже давление же, у него же причина-то разная. Давление может быть личное давление. У нас там мигрени, у нас там мы стрессанули и так далее, у нас там уже сердечно-сосудистая дистония уже там и все остальное. Давление, оно разного характера, но смотрите, нужно подобрать, во-первых, свои масла. Вот, допустим, у меня мама высокое давление. Мы высокое давление снимаем определенными маслами, ей больше всего подходит, значит, мята, лимон, ладан она добавляет, и обязательно иланг-иланг. Иланг-иланг очень сильно на снижение давления идет, понимаете? А вот ладан, он усиливает действие вот этих вот перечисленных масел. И у нее очень хорошо. Кому-то подойдет, допустим, готовая смесь, долой напряжение называется она вот готовая смесь, она может, то есть нужно найти свои масла, свой протокол, и тоже давление, оно разного характера, если у вас почечного характера давление, вам еще полезно и можжевельник подключить, допустим, понимаете, это такая тема, которую вот ее нужно точечно выяснить, а чтобы вам точечно выяснить, то можно будет поделиться ссылочкой. Раньше у нас это был Facebook, но Facebook, видите, сейчас он как бы там через VPN или что-то. Есть в дотере доктора, которые отвечают на эти вопросы, запрос. То есть они пишут, вот какие у нас проблемы по здоровью человек, и прямо в письме, и ждет ответ. И ему как раз вот эти все протоколы идут. Есть еще дополнительная литература, которую можно выписать. Это целые справочники, и там тоже они в подробном виде все
Открываешь. Ну, да, достаточно войти в мир масел, и сразу открываются все двери, как это использовать. И вот Лена спрашивает, послеоперационный гипотиреоз, узел был, онкология. Но это тоже, как бы, вот эти мелочи, они уже не столь важны, какой он был, да, послеоперационный. Да. Главное, что есть нарушение функции определенной системы, и с нарушениями функции этой системы работает определенный протокол и определенные масла. Так, что вообще по сути своей симфония клеток, вообще сами вот эти нанесения, это гармонизация, это вот эту разбалансировку привести в исходный вид, вот обратно все сбалансировать. И вот это делают естественным путем, но не с первого раза, понимаете? Вот, допустим, моей девочке понадобилась неделя. Ну, неделя – это потрясающий, я считаю, результат. И... Допустим, у меня там есть случай, когда мальчик, вот у него эпилепсия, и приступы эпилепсии прошли на третьи сутки, когда ему начали делать эти протоколы. Они сначала уменьшились сразу на первый, на третий они прекратились, понимаете? Но это нужно выбрать свой протокол и найти свои масла. Давление вы найдете свои масла. Вам надо попробовать все их, вот перепробовать, которые там пишут. Потому что на высокое давление их целый список. И найдете вы именно свои. Угу. Обязательно при давлении еще нужно выпивать воду. Все любые масла, когда вы берете в руки и хотите их применить, если вы не выпили воды, у вас не будет действия такого нужного. Вам нужно в клетку наполнить водой, и потом туда войдут вот эти эфиромасленичные соединения и сделают свое дело. Что такое, по сути, давление? Нам нужно снять спазм сосудов. Здесь водичка нам необходима. Спазм сосудов. Подключите еще, попробуйте при давлении. У вас в аптечке есть мята. Кроме ладана, обязательно мята в первую очередь. Это у тех, у кого есть аптечка, а у нас чат для новеньких, у нас понятно. В основном-то аптечек нет, мы только посещаем. Ей научились, мы ей берем ладан, лимон, мята и вот этот вот иланг-иланг. Прежде чем она у меня теперь встает с кровати, она берет вот эти намешанные масла, она их подышала, нанесла себе, и пошла дальше, как бы выпила водички и начала, как говорится, мир украшать. Она научилась начинать день с этих масел, предотвратить, вам самое главное, предотвратить сосудистый спазм. Если вы привыкли, что у вас на высокой атмосфере, на перемену давления у вас вот эти скачки весной, осенью очень люди чувствуют вот это все. Вам обязательно надо научиться это делать, практиковать и понимать, что самое главное – правильно начать день. Ну и, естественно, тут тоже и питание играет, девочки, тоже немаловажную роль. Научитесь это тоже понимать. Ну да, вот вывод-то какой? С маслами, с ними нужно просто жить. Вот именно с ними надо жить. Это образ жизни. Мы же едим, вот смотрите, мы начинаем кушать на детоксе, учиться правильно, мы меняем образ жизни, мы едим живую еду, живую, вот главное слово. И мы применяем также, это же вытяжки из трав, что такое эфирные масла, вытяжки из трав, мы их применяем каждый день как способ поддерживать свое здоровье, чтобы кровь правильная, не густая была, чтобы у нас вот этого скачков давления не было и так далее, чтобы сахар не скаканул. То есть вот эту норму мы сразу просто, не надо ждать, пока жареный петух клюнет, можно просто это применять. Каким образом? Ночью хорошо выспаться. Вы сделаете ванну или душ, примите с эфирными маслами. Вы будете хорошо спать, у вас будет совершенно другой сон. Утром вы встали, и вы сделали себе все, что нужно. Тоже выпили, там, допустим, с водичкой эфирное масло лимончика, капель. Вы уже дали что своему организму? Вы кровь, у вас не густая, у вас хорошо идет желчь. У вас вот это ощелачивание организма, кислород поступает хорошо в кровь, и у вас вот этого не будет случая в этом дне. Вот этот день вы уже проживете хорошо, и вечером вы опять пойдете в душ и сделаете себе, называется там, как хотите его назовите, я называю энергетический скафандр. Я обнулилась, разгрузилась, я себе каплю лавандочки, каплю там
какой-нибудь пихты, и все, я обнулилась, я дала своему организму вот это вот положительное действие. Вот и все. Так, Олесь, смотри, я предлагаю сделать вторую часть, потому что мы только начали вот несколько тем, интересно все слушать, но получается, что по времени осталось 5 минут. Вы готовы сделать вторую часть? То есть я смогу продлить, да, под эфир? По времени у вас нормально на вторую часть? Вы сможете? Вы, Олеся и Ирина, да? Сможем, да? Вот, хорошо. Тогда у нас еще есть вот сейчас 4 минуты. И я думаю, можно такой коротенький, наверное, вопрос затронуть. По поводу сухой кожи, вот эти кожные проблемы, сухая кожа, экзема, вот эти все кожные, то есть как тут какой подход со стороны масел? Наружно, внутренне? Кожа. Так, меня слышно сейчас, Баечка, или опять плохо слышно? У меня звонок. Опять слабо слышно, вот, может быть, тогда Ирина скажет по коже. Тут все просто. Все, что связано с кожей, это в первую очередь лаванда. Лаванда. Конечно, решает кожные проблемы. Угу. Копайка присоединится, потому что это противовоспалительное масло, очень мягкое. Это если регенерация, это ладан будет играть. Если какие-то прямо серьезные до язвочек, смесь тысячелистник и гранат херопом, потому что она прямо латать, прямо вот будет... Ну, это прекрасно работает Мира. Это такое масло, которое очень мягко, очень, прямо вплоть до открытых ран можно применять. Но начинать, в любом случае, мы всегда начинаем с лаванды, потому что это такое вот настолько сбалансированное эфирное масло, которое, ну, 90 проблем решит, проблем с кожей. Если решает проблему с ожогом, и поэтому оно не случайно находится в семейной аптечке. Собственно, практически все масла, о которых мы уже успели проговорить в первой части, они все находятся в семейной аптечке. Это и ладан, и мята, и деблю, и лимон, и лаванда. Да? И сейчас будем дальше говорить о следующих маслах. Это все в семейной аптечке, с которой, собственно, и начинается знакомство с миром эфирных масел. Я сейчас закрываю первую часть, и буквально там через минуту я дам следующую ссылку, она будет другая, на вторую часть нашей беседы. Хорошо, я скидываю ее в чат, и вам, девочки, в личку. Ирина и Олеся, хорошо? Хорошо. Все, тогда через минуту снова встречаемся. У нас, получается, еще 4 как бы такие направления нужно затронуть. Значит, первое направление – это у нас нарушение обмена веществ. Второе направление – это вот эти все климактерические наши дела и угасание, да, этих всех там наших гормонального фона, да, изменений, соответственно, все неприятности, связанные с этим. Это постковидные последствия, как из них выбираться. Эмоционалка, то есть вот эта вот тревожность, стресс, разбалансировка, да, события, как в этом во всем сохранять себя, ну, как в ресурсе, да, как мы говорим. Да, да, да. Вот нужно пробежаться по этим 4 темкам, ну, вот со стороны масел. Ну, давайте я сейчас сначала с последнего, с постковидных восстановительных процессов. Постковидного, да. Во-первых, ковид сам по себе, вирус любой, это яды и токсины. Все, что мы полечили, тоже яды и токсины. В первую очередь это детокс. Вот как бы вам там... Вообще любые ваши вот эти все перечисленные вещи, все через детокс. Вот хоть у нас люди удивляются, вот говорят, как вы начинаете. Начинается все с системы очищения организма. Целая программа есть и в дотерра. Почему очень близка нам эта тема очищения по Марве Оганян, когда вся перенастройка? Вы на грязное, как говорится, тело, вы ничего не сможете. Тут нужно сначала разгрузить, нужно сначала вот это все тяжелое разгрузить. Поэтому все это перечисленное с этого начинаем. Потом коррекция, допустим, постковидная. Что с нами произошло? Да? Вот у нас нарушились... обоняния у нас нет, у нас вкусовые рецепторы, это у нас что обозначает? Повреждены нейронные связи, у нас
повреждены наши митохондрии. Это наши клеточки, которые отвечают за нашу энергию. Вот мы после ковида все говорят, вот люди, я себя еле таскаю. Вот такое вот ощущение. Mm-hmm. Это говорит именно об этих процессах. Это, ну, как бы сильное поражение, хорошее такое поражение, мощное, мощный вирус. И он вот именно так работает. И нам нужно восстановиться. Восстанавливается, конечно же, в компании Дотера есть не только эфирные масла. Эфирные масла, вот они нам продукты распада выводят, это клеточное очищение. Тут они идут абсолютно, первое это идет нам с эндокрин, помощь, противовирусные эти все. Короче, это вот по факту это наша аптечка идет. То же самое, восстановление. Но в компании Дотера есть продукты, называются аромабады. Вот мы применяем их, и не только аромабады, это сами по себе уникальные бады, это тоже уникальность и в том, что они состоят из растительных составляющих, там нет ничего химического. И вот ими мы восстанавливаем. То есть у нас есть целые вебинары, поэтому по этой длительной теме, тема называется «Долгожитель». Название говорит само за себя, мы восстанавливаем нейронные связи. Есть еще там один очень интересный комплекс, называется Митотумакс, он восстанавливает как раз вот эти поврежденные митохондрии. Но если брать эфирные масла, то эфирные масла в первую очередь это наши сильные масла, которые на иммунитет воздействуют. То есть у нас иммунитет очень поврежден. На иммунитет это противовирусный онгард наши и восстанавливает все. Вот понимаете, мы когда еще полечились неправильно, у нас сожжена наша положительная микрофлора. Нам нужно и питание откорректировать, и ферментацию, и дать, допустим, пробиотики. И дзен пищеварения наш в аптечке здесь вот идет очень хорошо. Но это целая тема, и на самом деле это вот БАДы еще мы добавляем, тут вот именно дотеровские, они усилены эфирными маслами, и в комплексе с эфирными маслами она хорошо работает. Потому что, вот вы понимаете, нет этой волшебной таблетки. Все это будет восстанавливающий длительный процесс. Ну и, конечно же, без детокса вообще никак. Вот если с вами это произошло, у вас будет и сиборея, и сухая кожа, и аллергические реакции у вас пойдут, потому что вы очень хорошо полечились. И надо сделать вывод, что если уже это произошло, и если запапнули по полной программе, и если еще и пролечились, да, не успели вовремя, не успели вовремя, то на будущее тоже надо иметь в виду, что это может повториться, не это, так другое, да еще и с новой силой. И что дают масла? А масла дают как раз защиту, иммунитет. Вкупе с нашими остальными другими мерами укрепляем наш иммунитет и защищаем себя от дальнейших атак именно с помощью укрепления иммунитета, чистоты своего организма и становимся более невосприимчивыми вот ко всем этим вирусным атакам. То есть вывод нужно делать далеко идущий, что мы наблюдаем последствия сейчас, но еще и защищаем себя на будущее. Так. Другая тема – это нарушение обмена веществ. Вот тут прям такая фраза была в чате. Сейчас, подожди, у кого-то что-то шумит, я не пойму. Нет, вроде бы у всех выключено, да, что-то фонит. Прям прозвучала такая фраза в чате, что делать, караул, обмен веществ нарушен полностью, поправляется даже от воды. Вот даже человек берет воду и поправляется. Что здесь? Вот. Но что здесь? Здесь то же самое. Начинаем все с клизмы, девочки мои дорогие. Без этого никак. Вот 100%. Я даже вот не давала бы людям касаться масел. Потому что когда вы начнете применять масла в таком состоянии, когда у вас не работает обмен веществ, масла будут так вас чистить, и у вас все будет через обострение. Понимаете, вы будете все вытаскивать. Масла заходят в клетку. И все, что ненужное в клетке, они из клетки выводят. Они, для них, вот, кстати, жир,
А в жиру у нас как раз складируются все главные прелести негативные, которые создают нам проблемы со здоровьем, да, он тоже это все дело топит и выводит. Но тут нужно обязательно все вкупе делать. Вы поймите, детокс без масел, он эффективен, но он еще эффективнее с маслами. А масла без детокса – это такая, знаете, обезьяна с гранатой, я бы вам сказала. Потому что некоторые люди начинают пользоваться маслами, ни водный режим не соблюдая, ни питание не откорректировав. Ты что, я никогда не буду делать клизму? И начинается у них очищение через кожу. И тут мы кричим: на эфирные масла у меня аллергия. У вас нет никакой аллергии. Аллергия у нас на белковые соединения, на яды и токсины и там, на пыльцу. Ни того, ни другого, ни третьего в эфирных маслах нет. Они просто тащат вот это все перечисленное из вашего организма, который, ну, как бы все это содержимое имеет. Вот понимаете, организм у вас до определенного количества времени чистый, и он все вывозит. Но потом вы едите отвратительно, ведете не такой образ жизни, и вы каждый раз, каждый сезон лечитесь определенным образом, мы уже понимаем, каким. Все это копится, наслаивается один на один случай, и организм в итоге просто ломается. У него нет больше ресурса все это сдерживать. И вот тогда у вас включатся все перечисленные заболевания, любые. Здесь нет определенного, что вот у меня перхоть, дайте мне какое-то масло. Вы поймите, что такое перхоть. Это у вас грибы в организме. У вас будет здесь перхоть, а там у вас еще что-нибудь. То есть вам нужно все вкупе это сделать. Поэтому здесь нужна аптечка, и постепенно вы заходите на масла, постепенно. Понимаете, вот как это делается. Нельзя выписать себе точечно что-то, одну какую-то лаванду, и эндокринную систему себе наладить. Нет, такого не будет. Вам это все надо вкупе делать. Допустим, вот у нас дальше тут идет вопрос о гормональной системе, да, настройке своей. Если можно, я сейчас один прям пример приведу недавний из своей личной практики. Значит, у меня есть, ну, не клиентка, но знакомая, да, и когда она узнала, что это было еще в Инстаграме, была с перепиской, когда я начала рассказывать в Инстаграме о эфирных маслах, вот, она мне прислала сообщение: «Бая, я хочу предостеречь по поводу эфирных масел. Когда-то я очень плотно занималась маслами Дотера, я окружила себя ими полностью, с ног до головы, я жила, я просыпалась, я засыпала с маслами, у меня в каждой комнате было по диффузору. И что ты думаешь? Я была влюблена в них полностью, и я уже даже там построила себе карьеру, достигла определенного ранга. Я не представляю жизнь без масел. И что ты думаешь? В один определенный момент у меня началась жуткая аллергия. И как я потом поняла, она началась на масла. Так вот, потом все-таки я ей написала вот это объяснение. Вот как раз то, что сейчас ты. То есть масла просто начали у тебя выводить все вот это, что было мертвым грузом. А ты подумала, что это аллергия на масла. Это не аллергия на масла. Это вот такая реакция на вывод токсинов с помощью масел. Поэтому, конечно, да. Очень важно все делать в комплексе с очищениями. Да, у нас тема еще вот сейчас по поводу женского здоровья, климактерические дела, изменения гормонального фона. Что здесь можно, как облегчить ситуацию вот здесь? Здесь, смотрите, у компании Дотера здесь тоже есть целый пласт продуктов, которые, ну, являются именно вот нашей женской составляющей. Есть у них БАД, который называется фитоэстроген растительный. Это не гормоны, как что-то там некоторые думают. И даже когда люди с медицинским образованием где-то что-то там вот услышат, фитоэстроген, это растительные компоненты в виде БАДа, которые нормализуют наш гормональный фон. Дополнительно к этому набору идет, допустим, еще смеси эфирных масел. Вот на самом деле масла очень сильны. И смеси эфирных масел называются, допустим, кларикарм. Это как раз то, что это нужно от девочки до женщины любого возраста. То есть когда эта девочка
начинает взросление, у нее болезненные месячные, мы применяем это, чтобы вот эти все негативные симптомы. И когда мы дальше живем свою полноценную жизнь, все вот эти составы растительные, они нам нужны. Это то, что убережет нас от искусственных гормонов. То есть это наша гормональная система, это же такая сложнейшая система, которая взаимосвязана. Это вообще наше здоровье женское. Начинается наше женское здоровье именно с того, что мы не стрессуем, что мы живем как женщины, в наслаждении жизни, в красоте своего тела, в ощущении кайфовом от своего тела. И что, как это тоже, как этому можно достичь? Да, как это нужно, во-первых, беречь с молоду, но обычно мы так не делаем. Культура наша такова, нас не учат этому. Мы живем в такой век, когда мы вот это хаваем, всю рекламу, как говорится. Вот нам рекламируют бургеры, мы едим бургеры чукапаи, вот и так далее. Нам никто не рассказывает культуру этого, понимаете? А в общепите ребенок, там, начиная со школы, неправильно детей кормят. Там, в институтах там вообще нет ничего и так далее. То есть и вот так мы, придя вот в этот мир, все, мы себе копим, и у нас нет обмена веществ, у нас все это рушится, как карточный домик. А отсюда мы еще, в жизни стрессуем, мы, значит, начинаем себе помогать фармой, когда мы уже вот это вот все это вкупе, и все, у нас все сломалось. Вы начните тоже понимать, в чем смысл жизни вашей. В том, чтобы ее проживать, на качественном уровне. Не влачить свою жизнь. Вот вы там как-то живете, здесь болит чем-то, подлатал какой-то таблеткой и так далее. Научитесь дышать. Но тут вам нужно в первую очередь поменять свое мышление. Отодвинуть надо совсем, девочки, фарм. Убрать совсем все фастфуды, полюбить просто другую еду, одно заменить другое. Сейчас люди просыпаются. Почему очередь к Баи на марафоны? Да потому что люди понимают, что-то не то происходит, как-то не так я живу. Объяснить они это не могут, но они четко это осознают уже своим телом, понимаете? Потому что то, куда они там идут за помощью, не дает им результата, не дает спасения. Только вы сами можете привести себя в порядок. Начните читать, начните разбираться. А что такое ароматерапия? Это нужно разобраться. Вам никто не даст тоже этой таблетки. Вы подберите для себя. И вот то же самое. Симфония клеток – это та тема, которая интересна всем. Каждая женщина там найдет для себя. Эфирные масла, все вот эти женские формулки, они тоже здесь все есть, понимаете? Ну, в нашей аптечке, я не знаю, что там, гормональное, это у нас все гормональное. У нас, во-первых, роза, которая идет в подарок сейчас, дает нам этот результат. Лаванда, это тоже все цветочные, во-первых, все цветочные, они гармонизируют наши гормоны. Потом, что у нас еще здесь, именно в аптечке, если взять? Те же самые, начиная с эндокрин, который вот мы говорим, с него начинаем, с детокса. Дзен пищеварения, это все тоже, это вот постепенно. Вы понимаете, что когда вы применяете просто ароматерапию и детокс ароматерапии, вы постепенно просто от этих диагнозов всех освободитесь. Но вот такого четкого протокола я вот сейчас вам не дам, четкого, прямо вот, чтобы 100%. Потому что все системы взаимосвязаны. Конечно. И мы не можем говорить о здоровье женской системы, если у нас там крах полный с ЖКТ, да? Ну как мы можем? Да, потому что все лежит в одном пространстве, в брюшной полости. И поэтому работаем именно вот на уровне этого пространства.
Еще очень важно, вот Юля, она сейчас идет, топает, я на нее смотрю, прям любуюсь. Вот Юля затронула, привет, Юля, очень такую важную тему. Вот сейчас происходит столько событий всяких, да, которые, ну, вводят людей в какую-то, кого в стресс, кого в депрессию, кого там еще во что-то, меланхолию и так далее. Но как же жить? Жить надо все равно как-то в позитиве, да, как-то сохранять вот это свое равновесие эмоциональное, потому что крах эмоциональной составляющей обязательно скажется на физиологии в негативную сторону. Есть же масла, которые действительно помогают нам и именно эмоциональную сторону поддерживать. Олеся, не так ли? Да. Это одно из самых главных преимуществ эфирных масел, то, что они работают не только на физику. Это самые главные антидепрессанты, можно сказать. Антидепрессанты сейчас самые востребованные в аптеках продукт. И его даже там в количестве производства не увеличивали, а именно люди спрос, потому что люди стрессуют. То, что сейчас творится в мире, и уже не один год, сейчас это еще усилилось, это дает, конечно же, откат на наш организм. Ну, уровень страха, от страха все формируется. И вот, допустим, для меня аптечка и эфирные масла, они у меня выключили страх перед всеми вирусами. Перед тем, что я не смогу себе в какой-то степени помочь. Сейчас уже там спокойнее, девочки. Вы поймите, что фармы ее когда-то не было, понимаете? Ее не было когда-то, и сейчас, если ее не будет, ничего страшного. Мы найдем другие способы. И на самом деле человек должен понять, что ему нужно вернуться к исходнику, ему нужно вернуться снова к лону природы и научиться опять взаимодействовать с природными веществами. Потому что все остальное — это замкнутый круг. Люди просто сейчас это осознают и просыпаются. И именно то, что делают эфирные масла на нашу психику, они ее держат в ресурсном состоянии. Все эфирные масла имеют звучание, которое называется мегагерцы. Звучание в этом мире имеет все, в том числе наши болячки. Здоровое тело тоже имеет звучание. 68 мегагерц имеет звучание здорового организма. Когда у человека уже уровень онкологии, у него 54 мегагерц. Понимаете, это уже начинается онкология. И масла, они все высокочастотные, они все звучат. Масло розы 320 МГц, это высочайшая частота звучания. Ладан, все там мира, высокие масла, они все звучат очень высоко. И они дают нам как бы на вот этом уровне быть выше страхов, потому что любой страх тоже имеет вот это звучание. Вы стрессанули, вы опустили свои эмоции до нуля, и вы свои ресурсы организма в мегагерцах опустили очень низко. Это опасно. Мы часто стрессанули и заболели. Вот параллель такую проведите, если вы будете замечать, так оно и есть. И сначала все на ментальном уровне происходит, а потом осаживается на наше физическое тело. И как раз эфирные масла, они позволяют нам на разные ситуации реагировать спокойно. Мы просто все это проживаем без стресса, понимаете? Да, есть, мы это приняли, но у нас не выделяется этот кортизол в бешеном соотношении и не садит наши надпочечники, и мы остаемся в адекватном состоянии. И мы не заболеваем. Да, и надо сказать, что еще, слава Богу, мы вот все, кто, да, сейчас мы здесь с вами в этом чате, в этом эфире, мы еще в таком, слава Богу, возрасте, когда еще практически все можно повернуть вспять благодаря вот этим правильным действиям. Я, опять же, пример из своей личной жизни. Я сегодня утром, я звоню маме, ну, и каждое утро ей звоню, чтобы узнать, как у нее дела, и слышу такой дрожащий голос: «Ой, что-то меня штормит, я себя плохо чувствую, я сейчас упаду, ты-ты-ты-ты-ты». Ну, я все бросаю, я говорю: «Сейчас я прибегу к тебе». Я бегу к маме, я прибегаю, открываю дверь, что я вижу? Она сидит на диванчике, у нее уже работает диффузор,
Она да. уже включила там цитрусовые масла. Я бегу к этой коробочке, чтобы достать там, ей, оказать ей нужную помощь. Она говорит, а я уже все сделала. Она взяла, у нее там коробочка есть, да, она уже взяла себе смесь радость, нанесла на запястье, она уже взяла себе мятку, нанесла на виски, на пульсовые точки. И смотрю, уже ожила, сидит, включила диффузор. То есть маме 85 лет. Да, и она еще выпила зеленый коктейль. То есть, пожалуйста, да, выпила коктейль, нанесла мяту на пульсовые точки, включила диффузор с цитрусовыми, все. А человек ожил, человеку 85 лет, но она уже сразу включилась вот в эту вот, вот в эту вот систему, и она поняла, что масла – это скорая помощь, это то, что даже ей, да, в ее таком преклонном возрасте оказывает существенную помощь. Что это говорить о нас, которые уже очень сильно продвинуты в теме оздоровления при помощи методов натуропатии, да, естественных методов, и теперь плюсом мы еще будем подключать масла. Поскольку Олеся выскочила нечаянным образом, Ирины тоже нету, тогда я продолжу. Надеюсь, что она сейчас подключится. И как бы подводя итог сегодняшней встречи, я думаю, что вы поняли, да, что на любой запрос, у масел есть ответ. Где-то ответ будет очень простым, да, на уровне одного масла, если это очень простая проблема. Где-то ответ будет немножко более сложным на уровне протокола по симфонии клеток. Но главное, что вы должны понимать, что если вы входите в мир масел, регистрируясь в компании, да, вот в этой компании doTERRA по эфирным маслам, то у вас эти ответы будут всегда на ладони. Почему? Потому что есть огромное количество информации, и она не разрозненная. Ее не нужно бегать, искать, спрашивать у меня. Ну, нет, у меня, конечно, надо спрашивать, но искать где-то по другим источникам, собирать, это все конспектировать, она есть, она уже собрана, и она дается в виде книг, в виде электронных книг и живых книг, да, в виде чатов, в которые человек входит, когда он регистрируется по моей ссылке в компании, и я погружаю его в другой чат, и у него открывается доступ в личном кабинете, в его личном кабинете, да, на моей платформе, доступ к аромакабинету, в котором тоже очень много дается и будет даваться и дальше подробная информация о том, как пользоваться, как применять. И каждый человек, который будет регистрироваться в doTERRA по моей рекомендации, по моей ссылке, будет получать исчерпывающую информацию, чего бы она ни коснулась, его личного, да, какого-то протокола лечения, его личного развития в этой компании, да, и его личного интереса по поводу тех или иных масел, применительных членам своей семьи и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не, да, вот эта вот регистрация в doTERRA, это не про то, что ты купил свои масла и остался один на один со своими маслами, с этой аптечкой. Нет. Это как раз означает, что мы не расстаемся, что мы продолжаем очень активно сотрудничать теперь уже и по теме масел, да, и развиваться в этих маслах с моей непосредственной помощью, поддержкой и живым участием. Вот о чем я. Поэтому регистрация в компании doTERRA с семейной аптечкой, про которую много сегодня говорила Олеся, да, из которой, собственно, заходит практически каждый человек с семейной аптечкой, это вот первый шаг на этом пути, в котором вы продолжаете свой прогресс в плане оздоровления. То есть первый шаг в сторону масел. На самом деле первые шаги вы уже, конечно же, сделали, да,
то, что вы начали корректировать свое питание и научились очищать свой организм. Но вот шаг в сторону масел – это первый шаг именно в нише ароматерапия, терапия эфирными маслами и погружение в мир дотера, в мир эфирных масел. Олесь, пока ты выскочила, я тут рассказывала о том, что насколько это естественно и гармонично, и полезно, и выгодно вступать в дотеру именно с семейной аптечкой, да, и что она является таким очень мощным инструментом в продолжении нашей борьбы за свое здоровье. Да. Тогда продолжаю уже ты по семейной аптечке, вот по этому инструменту. Давайте. Что там еще можно сказать? Смотрите, девочки, мы, значит, учимся на баянном курсе, значит, очищать организм, мы учимся правильно питаться. Это 80% залога нашего здоровья. И 20% это чтобы мы больше никогда не соприкасались с самыми агрессивными ядами и токсинами. Все, что имеет побочное действие. То есть все фармпрепараты мы можем заменить спокойно альтернативной медициной. А эфирная аптечка – это альтернативная медицина. Смотрите, дыхание, значит, масло дыхания, приз, мы заменяем все препараты ей для аллергиков, вот сейчас сезонные аллергии. Мы убираем нафтизины, сосудосуживающие, вот эти любые гормональные капли, когда человек дышать не может. Масло дыхания говорит само за себя. Допустим, мята – это сердечное масло. Это при тахикардии, аритмии, стенокардии, любых сердечных проблемах применяем, то есть мята заменяет, какие препараты можно перечислить. Да? Вместо капотена, когда у вас сердце выпрыгивает, вы примите мяту на язык и подышите, и все, она заменит вам вот это. Высокое давление, низкое давление, тоже масла. Высокое давление – это мята, ладан, лимон берем, это высокое давление. Низкое давление, мята, она тоже адаптоген, то есть вот как мы себе тут помогаем. Допустим, дальше лаванда взять у нас маслом. Это заменяет, Баечка, как называются правильно препараты, которые при отеке квинкита применяют, при аллергиях. Ну, это антигистаминные. Антигистаминная, да. То есть мы заменяем эти препараты. Причем мы можем при шоковом состоянии человеку помочь и любые какие-то вот эти укусы и вообще какие-то аллергические реакции тяжелые. Мята дотера, она тоже пищевая. Мы также капельку на язык прижали к небу, если нам сильно плохо, и нанесли на место локально, где у нас откуда процесс идет. Да? А дальше, что еще дает нам лаванда? Это первое противоожоговое средство, потому что ожог у нас любой, начиная с солнечного. Тут лаванда вообще в 3.15 справляется мгновенно, восстанавливает вашу кожу. И любые ожоги, химические, термические ожоги, лаванда в чистом виде заливаем, без конца наносим, потому что она не дает нам, значит, поражать нашу кожу, свариться глубоко, то есть ожоговую болезнь останавливает, быстро обезболит, и она заживляет. Тут же еще добавляем ладан. Везде, вот где, когда сильно плохо, мы добавляем ладан с нашей аптечки, он все усилит. Значит, дальше, значит, какие у нас еще тут продукты? Чайное дерево, антисептик, противогрибковое, а также орегано, вот они, парочка идут. Любые там грибковые заболевания вовнутрь, снаружи. А чайное дерево – это все, что касается кожных проблем, это перхоть, грибки на руках, на ногах. Орегано – это еще сильнейший противогрибковое, да, и это еще сильнейший антибиотик растительный. Поэтому, когда мы заболели вирусного характера, я вам уже сегодня рассказывала, да, то это мы берем, можем себе бомбочку такую сотворить, в пустую капсулку мы с аптечки капаем орегано, добавим туда противовирусную смесь «Унгард»,
значит, все это, лимона можно туда добавить, закрыли, выпили, все, вот у нас, мы себя спасли. Потом, значит, в нашей аптечке Дзен пищеварения, все любые проблемы с пищеварением, абсолютно, это там у вас запор или наоборот, или отравления любые, ротавирусная инфекция, вот здесь только Дзен вам поможет, потому что здесь ничего, у вас все назад будет. Значит, изжога, переели, тяжесть в желудке и так далее. То есть вообще любые абсолютно перечисленные Дзен пищеварения, это то, что первое вам надо принять. И работает это быстро. 2 секунды в кровоток, 2 минуты в каждую клетку, и все, и мы получаем результат. Изжога прошла, там понос остановили и так далее. То есть вот эти все вещи, вот они быстро так работают. Маленькому ребенку от 0+, колики тоже, Дзен пищеварения, да. Дальше, что у нас еще в аптечке? Лимон, я вам уже рассказала, что это ощелачивание организма, это вообще детокс, это ежедневный наш ритуал. Он быстрее всего у нас, допустим, в семье кончается лимон. А потом у нас есть здесь смесь, называется антиболь Диблю. Это смесь очень мощная, в синергии она как раз любые спазмы, справляется с любыми спазмами. Когда у нас сильная мигрень, мы ее применяем, там наружно намазали, нанесли, подышали. Либо это мышечные спазмы. Мышечные спазмы – это тоже, это когда вот мышца была большая, потом стала короткая, тянет, и больно, вот шею заклинило у вас, наносим вдоль позвоночного столба в разведении и локально. И вот несколько раз мы это делаем, и у нас это уходит сама проблема. Проблема какая? Спазм мышечный, либо сосудистый. Олеся, у нас осталось... Наши гиблю. Ой. Также... Ой-ой-ой. Куда у меня ушло все? Так, тебя вижу, Бая. Ага, осталось 5 минут. Там нужно завершить. Я вижу вопрос, тут пара вопросов есть, но я думаю, что мы их, я в чате на них ответим. Они уже конкретные такие, как разбавлять или там как применять. Да, да, уже да. В чате. Вот, просто осталось что? Сказать еще раз в заключение, да, что регистрация в компании Дотерра на семейную аптечку до конца марта дает возможность бесплатно получить доступ к моему курсу по очищению. Ну, я думаю, что это довольно неплохая мотивация, да, для того, чтобы начать именно сейчас строить вот это новое направление в своей жизни. Все, что касается вступления, регистрации, приобретения аптечки и так далее, это мы все обсудим в чате. Естественно, да, все вопросы можно туда, можно мне в личку, в общем, как хотите. Это все будем решать по ходу развития. А на сегодня мне что, остается, Олесь, поблагодарить тебя и Ирину. Она вот написала, что она вылетела из-за плохой связи, не может войти. Тебе огромное спасибо. Я понимаю, что вот такие беглые обзорные встречи, они, конечно, не могут до конца, да, человеку дать четкое представление, а как именно, да, но для этого и нужно войти в мир масел, чтобы понять, как. Для этого есть проводники. Да. Вот есть я, есть Олеся, есть Ирина, да. Есть масса литературы, и это все надо изучать. В общем, работать, изучать и внедряться в этот мир. Олеся, спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас всех. Да, я сейчас сделаю запись, выложу ее ссылкой в чат. И все вопросы, которые у вас уже такие прицельные по себе, пишите в чат, будем их отвечать. Если что, Олеся, я тогда уточню у тебя, если сама не смогу. Вот, все. Всем спасибо, до встречи, до связи. Всем хороших выходных. Пока. Ой, спасибо, Баечка, спасибо. Пока-пока. Всего доброго тебе. Всего доброго, дорогие. Всего до встречи. До встречи. Пока-пока.